Всем привет, вижу, еще зашли люди. Да, кто его не видел? Кто его не видел, оно в чатах мелькает? Нет, да? Вот смотрите, это очень новый, хороший способ. Очень хорошо отрабатывается структура. Привет, Костя. Очень хорошо отрабатывается структура. И если честно, я вот сегодня всего лишь 50 людям разослала, да, вот такие вот сообщения. Они работают реально хорошо. Это новый способ, это новинка. Так, дать ссылку на видео. Так, вот, очень полезное видео. Оно мелькает во всех чатах. Написано «очень полезное видео», хорошо поднимает товарооборот. Только не забывайте говорить не только о подарках, но еще и о 20% скидок. Что я хочу сказать? Из 50 у меня активировалось пока что 6 человек, хотя я рассылала примерно час. Да, вот как Оксана разослала видео, ура, презентация выгрузилась. Да, очень понравился этот способ отработки. Конечно же, низкий поклон директору Оксаночке Рущак за то, что она так классно, так круто сняла видео. И, конечно же, так понятно и поделилась сразу им с нами, со всеми. Да, реагирует просто великолепно, просто здорово, просто классно. И мне кажется, что СИП-телефония, она не так хорошо работает, потому что людей раздражает, что им звонят. Не все это любят, да, но вот вы знаете, именно письма, да, отрабатывать структуру письмами, и именно вот отработка через Viber, может быть, через Telegram, может быть, через соцсети, да, вы сейчас понимаете, что если у вас новичок есть в сети, и вы знаете, что он желтенький, или ему положена акция новичка, или еще что-то, да, вы прекрасно понимаете, что вы ему это же аудиосообщение можете отправить в соцсеть, так ведь? Думают, что банки звонят. Да, Оля, такое тоже может быть. Привет, дорогая. Очень приятно, что директора ко мне на планерочку забегают. Вот. Знаете, самое, что интересное, когда я начала недавно рекрутировать новым способом, он мне очень понравился, когда я, допустим, когда человеку некогда, я начинаю всем новичкам, особенно со странички для коллег, отвечать на вопросы через аудиосвязь. Да, через, как даже сказать, если есть послать аудиосообщение, я отвечаю очень часто аудиосообщениями. Эта привычка у меня появилась после того, как мне стало лень печатать, и у меня сломалась клавиатура, да, клавиатура сломалась, и я, как сказать-то, я ее полила кофе, вот, и, ну, Лен, я его рассказывала на вебинаре для новичков, вот, и я начала всем рассылать аудиосообщения, дабы не прекращать рекрутинг, дабы все равно мои новички стали мне отвечать, и я очень часто в скайпе могу посылать вообще видео, сообщение, камера не езди, пожалуйста, у нас тут вебинар, вот, вот, и вы знаете, очень-очень классно получается, когда вы общаетесь аудиосообщением, ну, конечно, текст не должен быть эбеме, то есть, если вам, допустим, новичок говорит, Ань, как сделать заказ, и вы увидели это сообщение буквально ночью, и вы понимаете, что человек не получил от вас вовремя ответ, вы берете и, как вам даже сказать, просто отправляйте аудиосообщение, да, допустим, там, Мариночка, привет, не успела ответить на твое сообщение, так как его не видела, меня не было дома, вот, сообщение, можно, я тебе сейчас вышлю видео, как сделать заказ, да, то есть не обижайся, да, и вы понимаете, совершенно другие отношения, совершенно человеческие отношения, когда вы не пишете, а говорите. Также есть видеосообщение, то же самое в скайпе есть, не обязательно созваниваться, можно включить видеосвязь и просто говорить. Да, давайте с вами сейчас я включу демонстрацию экрана, она нам сегодня с вами понадобится.
Так, минутку. Она нам сегодня с вами понадобится. И самое, что ни на есть интересное, это очень просто работает. Да? Сейчас я вам покажу, где, как, что, к чему. Это делается в соцсетях. Это очень просто. Да? Так. Опять не включается пока. Ну ладно, давайте подождем, пока включится. Если... А вот все включилось. Сейчас. Ну, в записи вы увидите. Скорее всего, компьютер тормозит, да? Вот вы знаете, как скачивать Viber. Это все легко и просто. Забиваете в поисковике и скачиваете. А, как видите, я сегодня розовенькая, это я немножко загорела на солнце, я белокожая, я сразу прям горю огнем. Не обращайте внимания, тоналку решила не наносить, кожу лишний раз не раздражать. Да, конечно, будет запись планерки. Я сегодня как поросеночек погуляла с ребенком, называется, под солнышком. Ага, да, и на компе можно, и на телефоне можно, все что угодно можно, а, вот, и, вы знаете, да, наконец-то все розовенькие, все ходим в шлепочках, в платьишках летних, господи, слава богу, дождались. А, так, итак, давайте с вами запустим рабочий стол, запустить публикацию, да, и вот смотрите, а, всем ли видно сейчас мой скайп, поставьте плюсики-минусики, а, пожалуйста. Солнышко на самом деле, да, ага, хорошо, смотрим. Вот тут у нас есть аудиосообщение, да, видеосообщение записать. Нажимаете, и ваше лицо тут видно на всех, да, то есть камера и микрофон уже используются, это потому что я в вебинарной комнате, эти программы не дружат, но когда вы будете вне вебинара, вы нажимаете «Запись», потом ее останавливаете и отправляете вот на этот вот крестик, да, то есть вот таким вот способом. Я думаю, поняли, да, потому что мне сейчас вам не показать. И давайте посмотрим таким же образом в соцсетях. Таким же образом в соцсетях, да. К примеру, мы с вами зайдем на страничку в Одноклассниках. Это моя личная страничка, да, как вы видите. А, давайте я найду в друзьях кого-то из директоров, чтоб никого, да. И так, так, так. Вот, я нахожу кого-то из друзей. Да, ну давайте найдем Ольга Дубяга. Дубяга. Она уж точно не удивится. Так, не найдено ни одного такого друга. Так, ну скорее всего... Да, вот так вот мы находим. И вот тут вот смотрим. Да, ну давайте я тогда просто зайду в друзья. Он иногда бывает подвисает, но по идее он так ищет. Он часто так ищет. Вот, и давайте вот Костя. Костя на вебинаре, он не удивится, если ему что-то придет. И вот тут вот есть написать сообщение человеку. Костя точно со мной здоровался. А, да, есть написать сообщение человеку. И вот тут вот есть прикрепить. Да, и вот можете видео с компьютера, фото, фото с компьютера. И вот видео, и видеосообщение, аудиосообщение. Да, я вот очень часто пользуюсь аудиосообщением, но без разницы. Да, то есть... вы можете сейчас и видеосообщение послать, да. Вот смотрите, я тут, я записываю сообщение, я его сейчас запишу и нажимаю «Отправить». Когда я нажимаю «Отправить», Константин получает мое видеосообщение. Вот, вы знаете, новая фишечка, новая классная фишечка. Мне она очень понравилась, я могу говорить все, что хочу. То же самое в ВКонтакте, да? То есть все одинаково. Звук пропал, подвисает. А, ну все, я уже с вами. Я уже с вами.
Все хорошо, меня слышно теперь? Ну, в записи будет видно хорошо. Да, это пока СМС. А, нет, не нужна, ни аудио, ни видео не нужно. Но единственное, что если у них очень допотопный компьютер, где не установлен флеш-плеер, то если этот флеш-плеер, как вам даже сказать, не... Звук пропал. Экспериментировать я больше с микрофоном во время вебинара не буду, но я вам показала, как вы можете отправить аудио, видео, сообщения во всех соцсетях, какие у вас есть, да, то есть Facebook, ВКонтакте можете отправить, все что угодно можете делать, да, и, конечно же, это просто... Классно, это просто здорово, это новый метод общения, никто им пока не пользуется, и сколько бы я в соцсетях не работала, никто этим способом не пользуется, да, вот, и, конечно же, Оксаночка, большое спасибо тебе за такое классное видео, не успела тебе сказать, вот, очень хорошее видео, я его уже всем девочкам разослала. Вот, и, конечно же, Оксан, низкий тебе поклон за то, что ты делишься с нами такой полезной информацией, вот. Да, можно заранее, да, правильно, голосовое сообщение на телефон записать и потом рассылку сделать, да, можно, вот, и смотрите, то есть о чем я сейчас бы вам хотела сказать, о том, что это все легко, это все просто, и это намного больше дает результата. То есть, если не все люди есть в Вайбере, кто-то есть в WhatsApp. Не все есть в WhatsApp, кто-то есть в Telegram. Не все есть в Telegram, кто-то есть в Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook, да, там MailAgent, еще что-то. Вы можете везде найти людей и их оповестить. Но, конечно же, если это начнут делать директора, то у них уйдет неделя каждого найти через Вайбер, каждого найти через WhatsApp, и, конечно, все вы понимаете, что это огромный кусок работы. Но лидеры до 12% в легкую справятся с желтенькими, да, в легкую справятся лидеры 3, 6, 9%. И это так легко, это так просто поднимать свой товарооборот таким способом. Это, во-первых. Во-вторых, у вас на это не уйдет больше, чем полчаса, потому что структуры пока не громадные. Да, также можно отрабатывать по этому видео не только желтеньких, но и, конечно, тех, у кого ни разу не было заказа с момента регистрации. А те люди, у которых в дате последнего заказа стоит ничего, да, то есть ни нуля, вообще ничего, нет, пусто, и нет данных о последнем заказе, эти люди имеют право на подарок новичка. Эти люди имеют право на подарок новичка, и я вам хочу сказать, что им тоже можно отправлять сообщения. Пожалуйста, отправляйте, отрабатывайте. Самое главное сейчас понимать, что очень многие новички говорят, нахожусь под крылом очень сильного директора, а этот директор все сможет, все успеет, и мне незачем повторно свою структуру термошить. Так вот, дорогие коллеги, если сейчас вы дружно возьметесь на второй неделе каталога и начнете оповещать сами свою команду, поверьте, это будет здорово. Ну, скорее всего, если они заказы делают, то они, конечно же, читают письма. Это вам кажется, что они не читают. Я вот, допустим, по всей структуре своей рассылаю письма. Красненькие, желтенькие, рыженькие, статус П, еще что-то, да. То есть я все время... я зависла или нет? Ну и что? Пусть читают. Пусть читают. Нет, все, спасибо большое. Ага, ну, не знаю, что я такое наделала, обычно я никогда не висю. И, конечно же, дорогие новички, кто меня видит первый раз, я забыла представиться, прошу прощения из-за того, что расстроилась, что презентация долго не грузится, да. И самое интересное, что мы за 2,5 года сделали товарооборот очень большой, да, то есть 200 с чем-то тысяч, позже будет это, да. И, конечно же, вот...
находимся в звании старших национальных директоров. Очень хотим по итогам следующего периода открыть старших международных директоров. У нас есть все задатки. В ветках очень хорошие, классные, сильные, умнички. Хотя они еще на 3-6%, но я вижу, как они растут, как они быстро хотят стать директорами. Я чувствую новое звание. Конечно, этим умничкам я желаю только стать драгоценными директорами, потому что когда вы директор, то вы хорошо зарабатываете, а под вами люди зарабатывают меньше, чем вы. Да? И, конечно же, чтобы хорошо зарабатывали все люди в вашей структуре, это, конечно же, зависит от вас. Каким образом? Таким образом, что каждого новичка, которого под вас зарегистрировали, вы его находите или просите наставника с ним познакомиться, и уже идете вместе, да, потому что это ваша структура, это ваши люди. Мне недавно лидер из одной веточки уже на 19% написала: я своими людьми работать не буду, это ты мне их настроил, это твои люди, работай с ними сама. Вот вы знаете, я, конечно, буду с ними работать сама, но и тот лидер особо-то и не получит ничего, да? Почему? Потому что, как вы понимаете, у нас система такая, нужно заботиться о тех, кто ниже тебя, и вы знаете, у меня есть директор, который может меня обогнать по званию. Я буду очень счастлива, если этот директор все же это сделает. Я безумно буду ей благодарна. И вы знаете, ни одного дня с ее структурой я не работала. Я работала только с этим лидером, и то мы с ней после 9% уже пересекаться перестали. Вообще абсолютно. И этот лидер сейчас национальный директор. И я вам хочу сказать, что этот лидер сам сделал результат. Да, и я очень горжусь, что в моей структуре есть такие сильные, крутые, классные, обалденно сильные люди. И я буду очень рада. Да, это здорово. Вот, Оль, поняла, да? И как вы понимаете, чем вы раньше возьмете ответственность за свою команду, тем быстрее вы увидите свой долгожданный статус. Да? Ну, я не знаю, захочет ли она, чтобы я о ней рассказывала, я поэтому промолчу. Вот, да, дорогие коллеги, ради уважения к человеку я промолчу, не буду называть имя, фамилию, но я вот очень горда этим человеком, очень сильным человеком. Вы знаете, она на самом деле, она абсолютно одна росла, она абсолютно самостоятельно выросла. И вы знаете, вот на самом деле она шла одна. Вот, писала она мне очень редко, сейчас мы с ней созваниваемся тоже, там, очень редко созваниваемся, да, там, ну, не чаще даже, чем раз в месяц, раз в неделю, иногда раз в месяц бывает. Вот, и, конечно же, извиняюсь за скайп, отключаю его, он все равно включается и пищит. Вот, значит, и, конечно, в итоге год, когда я отработала год, мы открыли рубинового директора. Это 4 директорские веточки, да. А как вы знаете, за 5 месяцев активной работы, очень активной, мы создавали вебинары, мы создавали видеоинструкции. Мы не просто рекрутировали, пользовались готовыми инструкциями, мы их сами создавали, потому что, когда я пришла, их не было. Да? Когда я пришла, их не было, и мы создавали инструкции, мы рекрутировали, мы обучали людей по только что свеженьким, залитым, готовым инструкциям, мы проводили вебинары, и, конечно же, вот сейчас, на данный момент, в прошлом каталоге, мы уже 2,5 года в компании, я уже не могу сосчитать количество раз, сколько меня вызывали на сцену, дарили цветы, все вы видели, наверное, видео про песочек, как это приятно. Я домой приехала, я вспомню, зареву, да, то есть это на самом деле, это очень такое, как вам даже сказать, приятное такое, когда вот признание, да, когда вы идете на сцену, когда вы поднимаете этот чек, когда вас фотографируют, когда вам аплодируют, когда зал встает, да, чтобы вам поаплодировать, это, конечно, приятное, очень приятное чувство. Вот, и, конечно, растите обязательно. И знайте, сначала вы делаете имя, а потом имя начинает сделанное работать на вас. То есть
Поначалу, когда новичок приходит, он концентрируется на мелочах. Как создать странички, как их раскрутить, как найти регистрацию. У кого-то что-то не получается. Но я вам сейчас дам такой совет, а может быть, не все его поймут, но самое главное, чтобы вы знали свою цель. Если вы пойдете рекрутировать с ежедневной целью, я, допустим, будущий золотой директор, да, я золотой директор и все тут, то вы, конечно же, в легкую этого звания достигнете, и вам жизнь сама будет посылать активных людей в вашу команду. Да, сама. Когда вы будете думать, у меня ничего не получается, мне никто не помогает, меня бросил наставник, так вот знайте, что я тоже обучалась методом тыка, меня тоже бросил наставник, меня только информировал Николай Андрейко, но он не мой прямой наставник, он не строил под меня людей, и я выросла просто замечательно, просто великолепно, и я не вижу, как вам даже сказать, никаких проблем я не вижу в том, что под вас там не провели 2-3 регии и не помогли вам побыстрее выйти на 9-12%, да, то есть все равно дальше самостоятельно вы будете учиться сами расти, поэтому знайте, что вот наша работа сейчас, да, это работа не по найму, это работа, мы делаем свое имя и свой бизнес, и, конечно же, когда вы в итоге дойдете до того, что в вашей команде появятся директора, это просто сладкое, изумительное чувство, когда вы будете понимать, что вы уже не одни, что вам есть кому помочь, что за вас болеют, за вас переживают и так далее, да. Делала то, что надо. Да, Верочка, спасибо большое. Вот, и поэтому, конечно, когда я пришла в Фаберлик, у меня было 3 кредита, и я нисколько не жалею, что я там осталась без наставника или еще что-то. Я, в принципе, довольна своей семьей и своим положением в социуме. Я тоже довольна. Вот, знаете, даже у людей начала идти какая-то зависть дикая, да, когда я написала, что я купила вторую квартиру за 2,5 года работы, то на меня в соцсетях, наверное, вы кто-то видел, да, под статусом очень сильно накидывались люди, что ты врешь, что ты чешешь, как-то. И я сижу и думаю, или лидеры рады за меня, или они меня поливают. То есть равнодушных к моему званию, к моему росту уже нет. Да, и, конечно, вот честное слово, я сейчас поняла, что уже вот мне бы хотелось, чтобы каждый новичок моего директора, да, который пришел вчера, сегодня, который придет завтра, каждый новичок бы прям пользовался такой бешеной славой, которая вот не оставляет равнодушных людей. За вас люди или рады, или они вас реально поливают по-черному. Середины не дано. Да, вот, и это нормально. Я очень хочу, дорогие коллеги, чтобы вам также завидовали. Я очень это хочу. А когда вы читаете, когда я читала эти комментарии, и, да, под статусами, под всеми, я просто сидела, я, понимаете, я улыбалась. Я не хотела их долго удалять, потому что я понимала, что я дошла до той точки, когда уже люди перестали верить нашим распечаткам, всем-всем-всем. Но директора уже в личку стали писать: «Аня, удали эти статусы, ты чё их там хранишь?» И, ну да, я пошла, я удалила их, да. Вот. Поэтому, да. Ну да, слабость. Это слабость людей, да. И, конечно, вот почему-то вот даже когда я работала в первой компании в сетевой, то я, вы знаете, никогда не боялась, как вам даже сказать, похвалить лидера. Я всегда восхищалась людьми, которые растут. Я восхищалась ими, я хотела так же, как они. А у меня была зависть белая, чистая зависть, когда я думала, раз они могут, значит, могу и я, что я ничем не хуже их. Да, то есть вот я понимала, что у нас одинаковые руки, страны на работу и так далее, что мы все люди, все мамочки в декрете, да, то есть вот, или там, ну, совмещаем, вот у меня, допустим, сестренка, она медленнее растет, но она совмещала с работой по найму, да, то есть она там 2 дня, по 3 дня работала без выходных, и в свой единственный выходной она с утра до вечера сидела, работала, рекрутировала, да, вот. И, конечно же,
Да, другие смогли, мы сможем. Это личная моя мотивация. Конечно же, моя мотивация была в том, что мы жили вчетвером в одной комнате, у меня, у мамы в квартире, и мы понимали, что, во-первых, мы их стесняем, во-вторых, нам неудобно жить вчетвером в одной комнате. Да, когда родилась Вика, дочка у меня еле устояла в отличницах-ударницах, потому что это вопли по ночам, потому что ребенку надо готовиться к контрольной, а, допустим, мы вызываем там скорую, у ребенка температура, да, то есть там, и, конечно же, это все очень тяжело сказывалось, да, на погоде в семье. Но сейчас, как бы, вот когда мы живем в новой квартире, у нас у всех по комнате, и мы спокойно, да, мы спокойно сейчас, мы даже стали дружнее, потому что у нас у каждого есть своя территория. Вот я сейчас сижу в своем рабочем кабинете, в который никто не заходит, когда я работаю, да. Дочка моя тоже живет в своем месте, да. То есть вот это очень приятное ощущение, когда вы чего-то добились, и вы никому ничего не должны, вы это сделали сами, и никто вам ничего за это не дал, это вы все своими ручками сделали, да, и поверьте, это реально, это возможно. О, боже мой, я как поросеночек, надо ж так сгореть. Намазалась нашим кислородным бальзамчиком, нанесла его потолще, не знаю, когда пройдет. Да, личное пространство очень важно для творчества. Да, красавица, красавица Хрюшка. Вот. Итак, смотрим с вами дальше. Значит, общее количество баллов по нашей структуре. Так, не 150 тысяч, простите, я тут ошиблась, за 200 все-таки тысяч. Ой, нечаянно не то написала. Вот. Дайте я посмотрю, сколько точно. Я, скорее всего, просто не исправила. Это было в 2016 году. Сейчас прошу прощения за такую ошибку. Так, сейчас пока грузится, я дальше мы с вами пойдем. И смотрите, почему мы с вами все же пришли именно к той работе, которая у нас сейчас происходит, да, почему мы решили вывести человека на заказ до регистрации. Потому что, обратите внимание, приток новичков, да, вот это приток только в структуру Кононовых, только, да, то есть без структуры Николая Андрейка, то есть это не общепроектные показатели, это личные мои показатели. Никто бы и не догадался, да? Нормально, да, я так посмотрела, такая красная, да, ну спасибо. Вот, и вы знаете, 680 новичков из этих людей, зарегистрированных, сделали заказ. Да, остальные висят, а некоторые потом терминируются. И что у нас с вами получается? Да, то есть каждый третий делает заказ. То есть большинство людей все же у нас получается с вами перепись, да, перепись населения. Вот. И, конечно, когда мы ввели, чтобы вы говорили о заказе до регистрации, у вас просто поднимется активность структуры, снизится количество пустых регистраций, да, то есть в следующем каталоге может быть, к примеру, 1000 регистраций, но активность будет процентов 90, да, вы понимаете, что это здорово, что это классно. Так, сообщество у меня прогрузилось, личный кабинет, и сейчас я зайду в мою структуру и вам скажу товарооборот. Так. Ошибочку сделала, да, я думаю, все вы со мной сейчас будете согласны, 222 700 баллов, вот я записала это в видео, да. Да, перед фактом ставить бесполезно, не все готовы сделать заказ, вот я помню себя, я не была готова сделать заказ вообще, но я была готова работать и регистрировать, но компания Faberlic сделала так, что регистрации можно проводить только после активационного заказа, и мы сейчас не можем регистрировать людей.
понимаете, просто чтобы они потом когда-нибудь сделали заказ. Это очень неудобно для роста. Мы просили это убрать, но нас не послушали. Но вы знаете, честно сказать, что вот, да, я пришла, и я уже успела привести в первую неделю регистрации, я не сделала заказ в первый каталог, то есть это была первая неделя регистрации, я привела более уже 15-20 человек, суммарно за два каталога было 54 человека, да, то есть за 4 недели, вот, и, конечно, эти люди уже начали активироваться, делать заказы, а как только мой муж получил зарплату, я сходила и сделала этот заказ, да, понимаете, вот, а сейчас это уже... Сейчас это уже, как у нас сказать, нам нужно учиться предоставлять все привилегии компании сразу же до заказа учиться, до регистрации учиться, да. Значит, мы с вами в клипе поздравили наших дорогих VIP-ов и консультантов от 3% и выше, ролик прокрутился 2 раза, кто пришел заранее, все видели, кто не пришел, приглашаю вас на YouTube, там все поздравления есть, также у нас есть доска почетов лидеров от 12%, также у нас пополнение наследников, в прошлом каталоге было просто феноменально. Сначала Ольга Дубяга родила девочку, потом родила Наталья Уткина девочку, а потом еще и Дарья Забелина. Ой, а Наталья Уткина мальчика, и Дарья Забелина родила тоже мальчика. У нас у 3 директоров получается пополнение. Вот, очень хочется их еще раз поздравить. Это просто великолепно, да. Вот. И, конечно, на этой планерке мы с вами сейчас будем обсуждать, почему 50 баллов делать выгодно, да, и также мы будем это знать, и мы будем уже грамотно доносить людям в соцсетях, да, я думаю, это сейчас очень важно понимать, что чем внимательнее вы будете слушать, тем потом легче вам будет общаться с людьми. Так ведь, дорогие коллеги? Вот, так что будем думать, как поднять товарооборот структуры. Но я вам послала шикарнейшее видео, оно на самом деле работает, я его попробовала. Я такого отклика нигде никогда не видела, не встречала. Низкий поклон еще раз Оксаночке Рущак. Да, это просто бомба. Девочки, мальчики, это бомба, растите прям без забот, без проблем с такой фишкой. Далее, значит, мы с вами обсудим, как надо начинать обучать новичка, чтобы экономить время, успевать рекрутировать. Я думаю, это очень важно. Да, как получить свой сайт. Да, призеры через генератор чисел по 2 номинациям опечатка, да, далее, значит, VIP-консультанты, кто это такие, да, и в конце приз самому внимательному слушателю вебинара, вот, по пройденному материалу. Значит, для начала, для более качественного вашего роста, да, как вы понимаете, я выросла, и мне хочется, чтобы также качественно росли и вы. Анна Кожакова, что... Ой, как здорово! Поздравляем Анюту! Про какой ролик идет речь? Ирин, я его по всем чатам раскидала. Вот смотри, очень полезное видео. Я думаю, тебе понравится. Вообще здорово. Здорово поднимает структуру, оборот. Можно вообще всех подряд. Да, вот смотреть, у этого не было заказа. Отправить ему про акцию новичка сообщение. У того-то, тот-то пожелтел ему отправить этот. Да, то есть и вот так вот идеально, да. Отрабатывается структура просто вот щелк-щелк-щелк очень быстро, да, просто великолепно. Да, также смотрим, да, если вашего наставника нету в сети, у вас вопрос, пишите вопросы в чаты коллег Faberlic. Это очень важно. Это во-первых. Сейчас я это говорю вам. Но, как вы видите, на вебинаре всего 131 человек. Численность моей структуры уже за 30 тысяч. Мне хочется сказать, что вы должны понимать, что не все ходят на вебинары, и не все понимают, что в чат коллег Faberlic создан именно для вопросов, именно для оповещения, именно для какой-то важной информации. Да? И, конечно же, вам нужно обязательно самим каждому новичку говорить, чтобы он задавал туда вопросы, если вдруг вы там в течение 10
10 минут не ответили, да, вопрос бывает иногда срочный, и нужно писать в чат. Очень мало пишут вопросы в чат, и очень много новичков пишут только своим наставникам в личку, и в итоге получается, что и новички на наставника обижаются, если вдруг он, да, посмел там, допустим, вот я очень часто уезжаю в город, вожу дочку на процедурки, еще на что-то, да, на массажик. Я уезжаю, компьютера нет никого, новичок по полдня ждет ответа. Если вопрос не личный, да, допустим, ссылку на каталог, или там я не могу войти в свой кабинет, что-то случилось, или еще что-то, все эти мелкие вопросы вы можете не ждать по полдня наставников, чтобы их, на них побыстрее получить ответы, пишите в чат для коллег Faberlic. Конечно, очень важно слушать вебинары, да? Далее, не создавайте раздельные чаты для раскрутки по продукции и вообще. Да, что у вас в начале происходит? А вы зарегистрировали новичка, как вы его сопровождаете, да, вот в плане чатов. Вы зарегистрировали новичка, вы добавляете его в свой чат, в своей веточке, да, в которую он зарегистрирован. Вы его туда добавили, он проводит вашу ветку, да, в свою совместную ветку с вами трех человек, которые активируются баллом заказа, и потом он открывает свою веточку. Когда у него появляется первый активный лидер по третьему варианту, которого он попросил найти в скайпе, и в скайпе его лидер этот нашел, да, его первый лидер, так вот новичок только после трех регистраций открывает свой чат, называет чат именем первого в веточке, чтобы не путаться, да, у некоторых бывает 2-3 таких чата, да, и вот в этот чат уже и новичок, и лидер будут добавлять своих людей. Понятно ли вам вот эта вот данная ситуация? Получается, когда новичок приходит на проект, находит вас в скайпе, у него автоматически два чата сразу, да? Вот, и когда и так два чата, и так много, и так огромное количество информации, и не надо его добавлять ни в какие-то там продуктовые нигде. В продуктовых чатах, в каких бы я ни сидела, там вообще тишина. Там раз в неделю задается вопрос о помаде, так извините, в общих чатах намного больше задается вопросов о помадах, чем в том чате, поверьте. Да, это, во-первых, чат для раскрутки. Вы объединились, да, допустим, в группу 20 человек, да, в этой группе сидят друг между другом, странички раскручивают. Хорошо, молодцы. Но новички, которые только пришли на проект, которые мне говорят, создавай странички, он говорит, боже мой, я не знаю, зачем это мне их создавать. Вдруг не увидит примера наставников или примера лидеров из других ваших структур, что другие-то создают странички и по 5, и по 6, и по 10, да, то есть личный пример работы, он должен быть сразу у новичка. Когда новичок видит, что работа у других людей кипит, то он это и начинает делать сам. Скажите, согласны вы со мной или не согласны? Вот это очень важно понимать, что разделяясь в какие-то там группочки, да, по 20, по 40 человек, вы просто убираете людей от всего. Очень много лидеров, которые создают свои чаты, не добавляют в общий чат для коллег Faberlic. Что получается в итоге, да? Получается, что новичок отрезан, да, лидер может то оповестить о вебинаре, то не оповестить о вебинаре. Что получается? Новичок отрезан от информации, да, то есть если вы создали какой-то свой отдельный чат, там сидите, переписываетесь, и вы не модерируете этот чат, мимо ваших лидеров проходит куча информации, просто мимо, знаете, что ваш человек недоинформирован, и когда вы идете своему директору, наставнику жаловаться, что у меня нет роста, так вот это причина номер один. Когда вы отделяетесь, сидите где-то там и понимаете, что не то вы делаете-то, да, то есть можно Марсель кидать, много кто кидает странички, все хорошо, да-да-да. Вот, и очень важно понимать, что
Вам кажется, что вы чат засоряете своими вопросами, и важная информация уходит вверх. Мы эту информацию дублируем очень часто, мы ее реально дублируем. Вот даже прокрутите колесиком, да, 3 дня назад рассылалась ссылка на каталоги и на картинки для рекрутинга. Проходит 3 дня, и опять мы рассылаем ссылку на картинки для рекрутинга. То есть информация, она дублируется очень часто для того, чтобы вы ее не теряли, и для того, чтобы вновь поступившие новички могли ей пользоваться и знать, что она есть, да, вот. Далее, значит, когда вы обсуждаете продукцию в общих чатах, желательно, конечно, хвалить и каждому что-то писать о продукции, то, конечно, и другие захотят ее купить. А если отделиться в чат по продукции, на, там, да, допустим, группу, вот я сейчас состою, я не знаю, в чатах, наверное, 10 по продукции, не знаю, зачем меня туда добавили, то вот вы знаете, там реально тихо и очень редко о чем пишут, очень редко о чем говорят. Да, в чаты коллег Фаберлик очень часто скидывают фото, одежды, еще чего-то, да, в общие чаты. Вот, поэтому мне кажется, что все-таки лучше делать все вместе, и путаницы в этом нет. Наоборот, ваши новички, которые только-только приходят, они не отрезаны от примера тех, кто уже работает давно и видит, что работа кипит, и что все делают одно и то же, а не только они это делают, да? Вот, далее мне бы вам хотелось показать вот такую вот фишечку, почему-то не все о ней знают, а я ей очень часто пользуюсь. За ваш заказ вам тоже положены выплаты, если вы выше 3%. Да, как вы видите, у меня сейчас на экране выплаты 23%, 60 рублей балл, и за свой заказ в 218 баллов мне вернулось 3700, да, мне вернулось денежки 3700. Да, и вот, конечно же, когда вы идете в магазин покупать вот на эти вот, ну, 218 баллов, это примерно 1020, да, если вот так брать в пример, то получается, что в магазине вам не вернут чуть ли не 4000 за то, что вы купили там на 20, да, вы со мной согласны, никто не вернет такую сумму, это во-первых, во-вторых, за это мне... За то, что я полностью сменила магазин под боком на интернет-магазин, а за это мне еще и начисляется 150 бонусов по программе Фаберлик Клуб, и я еще забираю подарками, да, вот, допустим, умывалка в каталоге там стоит рублей 100, а я могу сколько умывалок забрать, да, вот за эти же 15 баллов, да, просто могу, это получается, если у нас сейчас от 5 бонусов подарки, там есть маски, там еще что-то, вот, это отчет по закрытым периодам, итоговые показатели называются. Да, называются итоговые показатели. Вот. Ну, конечно, за ваши 50 баллов, если вы на 23%, то мы 50 умножаем на выплату вашей страны. В частности, я сейчас назову 60 рублей балл на выплату, это Россия. Умножаем, допустим, на 23%, получается 690 рублей. Но эти деньги возвращаются за ваш заказ вам, на вашу объемную скидку. Все равно вы их получаете. Да, то есть если вы на 3% и сделали 50 баллов, то вы 50 баллов умножаете на 60 рублей и умножаете на 0,03. Да, то есть там, по-моему, 90 рублей. Да, но это ваши деньги, их вам возвращает компания. Да, то есть обратно. Надо до конца действия каталога смотреть и после 50 оплаченных баллов. Да, вот. Вот, пожалуйста, посмотрите, чем больше заказ, тем больше скидка. Да, то есть за 328 баллов у меня был большой заказ. Я родне отправляла подарков много, они ходили сами на агентские пункты в других городах, забирали. И мне за заказ 328 баллов вернули 5907. Это объемная скидка по вашему процентному уровню. То есть по 23% это практически 6000 рублей. Вот не видала ни в одном магазине, чтобы это было. Поэтому, понимаете, помимо скидки подарков и акций, у вас еще платится объемная скидка на ваш личный заказ. Да, и мне кажется, что это круто, и когда вы все знаете и все понимаете, где взять, вам легко разговаривать с человеком о привилегиях компании Фаберлик. Очень легко, очень просто, и у вас просто проблем не будет, да.
Также випы. Кто такие випы? Да, те, кто делают 100 баллов. Под них компания подписывает людей. Вот под меня подписывают одного человека раз в два каталога. Стабильно, постоянно. Да, то есть я ему позвонила, мы с ним поговорили, рассказала о подарках, обо всем, говорю, почитайте конвертик в кабинете, высылаю подарок новичка, высылаю свои данные, страничку ВКонтакте, в Одноклассниках, свой скайп, все-все-все высылаю, да. А что у нас получается? Получается, что я лидера, готового лидера, который хочет сделать заказ, просто отработала и показала, как делать заказ, как выбирать пункт выдачи, да. Тоже просто. Тоже все очень просто. Очень много людей сейчас есть в Вайбере, я их там нахожу, и в Вайбере есть волшебная, моя любимая волшебная кнопочка «Показать демонстрацию экрана». Я говорю, включай, я тебе покажу, она включает. Я говорю, вот тут зайди в верхнем правом углу, да, выбери свою страну, выбери доставку, да, то есть доставку не выбрали, продукция в корзинку не падает, лидеры путаются, почему я набрала заказ, а в корзинке пусто, вот как раз надо сначала доставку выбрать, да, человеку, а потом уже сохранить эту точку доставки, а потом уже идти каталог листать. Вот, и получается, что лидер просто вот так вот, да, и вот эти люди, да, они просто где-то увидели какую-то рекламу и зарегистрировались где-то по какой-то рекламе, и вот они попадают к VIP-консультантам, да, в частности, ко мне да, то есть ко всем VIP-консультантам, то есть идет распределение. А самое интересное, что также VIP-консультантам доступны заказы. Заказы и через интернет-магазин может собрать заказ любой новичок, да, ему будут приходить вот в раздел «Моя структура», в самом низу есть раздел «Партнерская программа». И VIP-покупатель по программе VIP, да, и они все падают вот в этот вот в один раздел, да, и получается, что если вам кто-то сделал заказ, а вы его не отметили в течение суток как принятый или выполненный, то у вас получается, ваш номер блокируют, и вам надо писать в обратную связь с просьбой его разблокировать, то есть на получение заявок блокируют, да, в Вайбере и в Скайпе демонстрация экрана, да, Юлечка, я очень люблю эту функцию, и без нее я жить не могу. Если вы хотите качественно расти, то перепиской старайтесь не объяснять. Это нудно, это долго, люди устают. А лучше всего позвонить, попросить, что включили демонстрацию экрана, и все, и увидеть. Ну, в Вайбере она частенько вылетает, потому что он волнами, он слабенький и ловит плохо, или что, мне непонятно. А вот в Скайпе, в принципе, очень редко бывают какие-то проблемы. С моей деревни же, да, вот, это по ВИПу, и в течение суток надо обязательно отработать человека, чтобы человек уже понимал, что вы рядом, что вы ему принесете заказ или не принесете. Конечно, я хитрю, когда мне высылается заказ по ВИП-консультанту, я этого человека сразу набираю, я его без вариантов регистрирую. Очень редко кто упирается после того, как я рассказываю во всех привилегиях. Очень редко. Да, разблокируют, но надо писать в обратную связь. Я писала, да, то есть я спросила, они сказали, если вы попросите вас разблокировать, мы разблокируем. Я написала. Не знаю, как на Украине, конечно, может быть, там просто блокируют до конца. Вот. Далее, что нужно доносить до своего новичка, помимо бизнеса, помимо того, что у нас официальная легальная компания, что у нас белые прозрачные доходы, что мы с вами работаем честным легальным способом, да? Ее мама, вот, видите, как здорово. Да, и вот, что же должен знать наш новичок, чтобы донести, в свою очередь, до своего новичка? То есть нужно нести знания вглубь. И, конечно, обязательно слушайте сейчас внимательно. Я очень-очень хорошо пользуюсь программой Фаберлик Клуб, и я понимаю эти привилегии, и понимаю, насколько они классные, и понимаю, что такого нет нигде, только в нашей компании это есть. Да? Только наша компания такое предоставляет. И на самом деле я встречаюсь часто людей, которые говорят, а мне на самом деле столько подарят. То есть люди, они не верят, понимаете? Не верят люди в такое количество подарков, а их на самом деле, честное слово, дарят. Да? Вот. Значит, акция Faberlic Club – это очень интересная акция, да, и сейчас мы с вами немножко поупражняемся, и знаете, что о ней нужно рассказывать всегда. Рассказывайте про стартовую и тут же говорите, что еще есть отдельная программа Faberlic Club, да, от 5 баллов сейчас. Конечно же, сколько
если брать минимально, да, 10 баллов ваш лидер сделал заказ, к примеру, сколько он может уже получить подарков, да? Две маски. 15 баллов, три маски он может забрать, или два кусочка мыла, одну маску, да? То есть он уже сделал заказ на 15 баллов. С новичком после. Я сейчас, да, конечно, я могу записать, если нужно. А что, вы боитесь что-то сказать? Или что? Я не пойму. Что говорить, я всегда говорю. Просто понимаете, когда лидер вырастает и запись разговора с ним летит по интернету, это очень некрасиво. Лидер просто может обидеться на меня. Вот, допустим, все новички, которые ко мне приходят, я не записываю запись с ними. Я не делаю запись. Я звоню часто, в день по несколько раз. Мне вопрос задали, мне проще позвонить и все рассказать. Вот. А, запись голосовых именно звонков. А вот Оксана Рущак сделала запись звоночка. А говорю я то, что я вам показываю сейчас на этом. На слайдах буду показывать, то я и говорю, я прям этот слайд открываю и по нему читаю. Серьезно. Я от вас ничего не скрываю, не переживайте. Да, то есть обязательно говорите о программе Pufferlic Club. И потом обязательно рассказывайте, да, говорите, что у вас есть привилегии за различные суммы заказов. Да, то есть чем больше вы делаете заказ, тем больше у вас привилегий, тем больше вы экономите, да, то есть больше приобретаете, а платите меньше. Вот, нет, не свое говорю. Ну, как сказать, конечно, если лидер спросил, как оформить заказ, я ему не буду говорить, ой, у нас компания официальная, легальная, да, то есть я не читаю все по тексту. Я говорю, заходите в верхний правый угол, нажимаете флеш-каталог и так далее, и так далее. Да. Информацию всегда всем трудно предлагать, а если лидер отказывается, ни разу я ни на кого не давила. Я всегда пишу, отлично, это ваш выбор, не хотите, не заказывайте, но если вы переживаете за качество, то наша продукция тестируется по всем ГОСТам, ТАРДАН, ТАРЦАНПИНам, у компании собственное производство, собственный завод, своя лаборатория, и скидываю ссылочки с официального сайта прямо на это. И все. А какую надо шпаргалку, я не поняла. Давайте мы с вами поедем дальше, и, может быть, вы что-то для себя полезное увидите, или, может быть, вы посмотрите записи и сделаете себе какие-то записи на листочке. Если людей из группы, ну, я рекрутирую через соцсети и своих людей в соцсетях, я всегда нахожу. Вот, соцсеть, Вайбер, Ватсап, Скайп, где угодно эти люди могут быть. Я ему могу позвонить на сотовый телефон, и сказать, что, допустим, как вам даже сказать, да, и я могу позвонить на сотовый телефон и представиться, и сказать, пошлите мне, пожалуйста, в сообществе, так как у нас с вами идет роуминг сейчас, пошлите мне, пожалуйста, в сообществе свои контакты. Все. Обычно лидер нормально находится, мы находим способ, как пересечься и где, в скайпе или в вайбере, да. Вот. Ну и что? Что зарегистрировались самостоятельно? Выход всегда есть, если вам нужен этот человек в вашей структуре, вы заинтересованы сделать из него директора, пожалуйста. А если компания под вас подписала человека, то у вас даже роуминга не будет. Там без вариантов можно звонить на сотовый телефон, потому что по VIP компания подписывает под вас людей только с вашего региона. То есть распределяет по регионам заявочки. Не предупреждаю, звоню, набираю на сотовый. Здравствуйте, вам удобно разговаривать? Да, вас беспокоит Анна Коннова. Приятно познакомиться. Вы зарегистрировались в мою структуру. Я вам хочу рассказать о подарках. Да, то есть очень часто я говорю такое, что подождите, пока не делаете заказ. Я вам сейчас расскажу о подарочках, и потом вы уже решите, на какую сумму заказ делать, потому что чем больше вы заказываете, тем меньше вы платите. Я не пишу смски, я сразу звоню. Люди понимают через призму общения. Да, то есть вот я люблю общаться. Голос, 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 голос.
Вот, значит, я это сказала и начинаю говорить, что если вы закажете от 800 рублей, да, то у вас будет скидка на 20%, подарки в следующем каталоге будут, бонусы по программе Фаберлик Клуб. А подарки какие в каталоге? Да, все вы знаете, что в этом каталоге у нас за покупку парфюмерной воды Шарше Ля Фам дарится дезодорант-спрей в подарок этой же марки. Знаете? У нас в этом каталоге три подарка. Знаете об этом, да? Поставьте плюсики. Я рассказываю об этом подарке сразу. 20% скидку, плюс вот за покупку такой водички, вот такой спрей-дезодорант. Описываю аромат водички, легкая, невесомая, да, Шерше Ля Фам, она приятная, женственная, мне кажется, она всем подойдет. То есть это мой подход к людям. Подождите, пока не делаете заказ, я вам сейчас расскажу, и вы потом сами решите. То есть я даю человеку право выбора. Я уважаю каждого лидера, не просто словами уважаю, а я его уважаю как человека. Да? Я ему рассказываю про подарки в каталоге по программе «Бонус в Берлик Клуб». Я говорю, если вот вы оплатите до конца, да, то есть это. Но у нас также есть акция новичка. Да? И тогда ваши подарки умножатся на 2. Потому что в следующем каталоге, вы будете забирать 3 подарка по акции новичка и 3 подарка по Фаберлик Клуб. Да, то есть мы с вами можем созвониться. Где вам удобно, я вам покажу, как их забрать. Очень часто люди, когда получают подарок, они мне пишут: «Анна, они мне на самом деле пришли, вы представляете, все пришли, все 6». Понимаете? Люди восторженно кричат: «Вау!» Вот вы не представляете, просто вот это вот доносить все до новичка, но нужно, конечно, уметь и экономить. То есть вы созвонились, рассказали, не больше 15 минут тратим, да? То есть какой у нас с вами приоритет? На всех вебинарах говорю один и тот же приоритет. Одна регистрация в день плюс с нею созвон. И тогда у вас будет хороший, качественный, быстрый рост. Да? И то же самое вы планируете своим новичкам. То есть я не люблю усложняться там на десятки лет вперед планироваться, а вдруг я вырасту больше, чем я там написала. Да? То есть мои цели амбициозны. А мы с вами идем, одну регистрацию в день проводим. Ириночка, даже если ты об этом не знала, очень хорошо, что ты ко мне пришла на планерочку. Я на 100% выложусь, но у вас все будет. Все будет отлично. Я буду давать вам огромную кучу советов, потому что их я все испытала на практике, и они точно работают. Вот. Поэтому радуйся, что жизнь тебе посылает новые возможности для нового роста. Вот и все. Вот. И не расстраивайся никогда. Далее, да, заказ по акции новичка. Новичок, вот понимаете, один новичок мне звонит, он прям в трубку кричал: «Вы представляете, я пришла на агентский пункт, и мне вложили 3 подарка. Skyline она получила, она забрала подарки новичка по бонусу по Фаберлик Клуб». Да, то есть ей это вложилось, ей пришло 2 маски, мыло, и ей пришла помада, ей пришла тушь, и что-то там еще было, господи, забыла, напомните, да? Да, вот 3 подарка, она забрала эти 3 подарка со вторым заказом. В первом заказе она получила подарки по каталогу. Вы понимаете, как? Да, тени, Олечка, спасибо. Понимаете, как это круто? Люди удивляются до сих пор. Потому что когда интернет пестрит всякими видео о разводах, как вам обещают, а на самом деле вас кидают, это автоматически и переходит на Фаберлик и на всех, кто онлайн работает. С этим бороться можно только с звонками, только живым общением, а только глядя в глаза. Ну что поделать, конкуренция, и не очень-то и хорошая. Вот, ой, спасибо, Танюша. Сейчас все забуду, да хвалите, не хвалите меня, в конце вебинара похвалите. Вот, значит, далее заказ на 50 баллов, да, то есть говорите, что это от 3750 до 7,5, я так и говорю. Можно, Марсель, легко, легко. Ага. Легко можно, в легкую, да? Заказ на 50 баллов. Скидка у вас будет увеличена автоматически со следующего каталога до 26%. Сейчас у вас 20,
Все равно, конечно, больше, чем в магазине, да? То есть я вам сейчас рассказываю, как я говорю людям. Да, все равно больше, чем в магазине, да? Конечно. Но 26, я думаю, будет побольше. Все равно это будет повыгоднее, да? Подарки новичка также остаются. Бонусы я вам рассказывала. Просто вы заберете намного больше бонусов, да? И, конечно, если под вами наставник будет строить людей, если это человек по третьему варианту, у вас, конечно же, начислится ваша первая объемная скидочка. Сколько там она у вас будет, да? И, конечно, не забывайте, что рекрутинговый сайт в подарок, да, есть лидеры, которые не успевают активироваться в течение суток после регистрации, всякое бывает, исключение обязательно делайте людей, которым не пришла смс, их надо отправлять на верификацию или еще что-то, не отодвигайте их в бок, делайте им исключение всегда, потому что это техпроблемы, они не должны мешать человеку расти по обещанной системе, если это не он виноват, да, вот. Ну, Кость, как думать, так и будет. Я вот, допустим, выиграла путевку в Доминикану, заработала, то есть я не выиграла. Это дается всем, кто открыл и подтвердил золото. Да, ну, и на мужа выиграла задний, да, подтвердила. Мы вдвоем едем, оба бесплатно. Растем, зарабатываем. Есть, конечно, лотерея. Есть лотерея, а есть то, что дадут 100%. Вот компания, да, быстрый старт, это 100% вам отдаст эти все деньги, да. Бонусы квалификационные. Нет, обновленного сайта еще не было. Вот, бонус быстрый старт тоже выдается. Квалификационные бонусы это 100% выдаются, так ведь? Выдается 100% вот все вот эти вот подарки, да, если вы выполнили условия. Это все гарантировано, да. Конечно, в компании, также и в проекте есть то, что гарантировано за выполнение, и то, что вы будете, в чем вы будете участвовать, да, в генераторе, в розыгрыше и так далее, да. То есть заказ по акции новичка, заказ на 50 баллов и заказ на 100 баллов, да, то есть все VIP-привилегии, соответственно, уровню, плюс привилегии всех трех вышеперечисленных акций, да, то есть еще компания под них будет подписывать людей. Да, очень сложно, я вам хочу сказать, вывести на человека на заказ 100 баллов, но когда он знает про 100 баллов, на 800 заказ или на 800 рублей, да, минимальный заказ или заказ по акции новичка, он легко выходит, понимаете? На самом деле легко, почему? Потому что он знает, что есть больше, и он выбирает середину, ему не хочется самое маленькое, понимаете? Поняли фишку? Ему не хочется самое маленькое. Но когда вы ему ничего не рассказываете, вы его лишаете знаний, и он, конечно же, не понимает, зачем ему это. Очень важно быстренько за 15 минут пробежаться. Если вы обсуждаете активационный заказ, подождите, пока не делаете заказ, а я вам расскажу, что вас ждет. А потом уже говорите, все, теперь вы все знаете, все ли вам понятно, может быть, где-то повториться нужно или еще что-то. Вы задавайте вопросы, не стесняйтесь. Говорю, наверное, и знаете, я сама за новичка выбираю. Наверное, вы выберете активационный заказ. Да? Вы знаете, вот просто великолепно работает. Великолепно работает, да? Видите этот слайд с вебинара по... с чего начинается наша работа, которую я вела в понедельник, а потом продолжала во вторник, да, вот. Да, у нас два компьютера, если семейный бизнес, обязательно два ноутбука, потому что они постоянно заняты, бывает. Вот она наша акция новичка, да, этого каталога. Конечно, лидер, получив 6 подарков, навряд ли у вас пойдет магазин после этого. Он будет туда ходить, покупать только продукты питания. Это на самом деле шикарно, показать все привилегии. У меня вся моя родня в магазин не ходят. Они уже не ходят. Почему не ходят? Да потому что понимают, где дешевле, где лучше, где качественнее. Неужели они пойдут покупать какой-то там, извините меня, фейри, когда можно купить средство, которое полностью смывается, которое биоразлагаемое, экологически чистое, да еще и за это бонусы начислят, да еще и не это на подарки обменяют, да еще и с 20% скидкой, да еще и оно концентрированное, 1:4 можно разводить, так еще и на внутренних органах не откладывается, да, понимаете, это все нужно рассказывать.
Также, да, 50 баллов прибавляется такая привилегия, как свой рекрутинговый сайт. А, да, автоматическое участие в активном росте. Конечно же, все вы знаете, что если вы провели 5 регистраций и сделали 25 баллов, вы попадаете в активный рост, отписываетесь своему наставнику, что вы это сделали, и попадаете в активный рост. Далее, значит, рекрутинговый сайт выдается лидеру, который активировался в течение суток. Это очень важно и здорово, да, классно. И, конечно же, что такое свой сайт? Это лендинг. Да, это свой лендинг, на который вам на почту с него будут приходить ваши регистрации. Скоро будет новый сайт, крутой, классный сайт, да. Да, за памперсами приходится ходить. Вот это пример моего лендинга, мой подсайтик, да, как его еще называют, подсайтик, да, то есть это ваш личный собственный рекрутинговый сайт. Как вы видите, там есть все для работы. А когда кто-то в чатах просит дать ссылочку, допустим, на каталог Казахстана, России, там еще что-то. Я не понимаю, почему вы не можете выслать ссылку со своего лендинга. Они же есть у всех. Да, учитесь работать именно с лендингами своими. Это более профессионально, чем ссылка с Гугла. Да, у нас есть все это здорово, но поверьте, красивее, когда ссылка с Google, ссылка с сайта идет. Это лучше, это более профессионально. Люди уже на порядок выше вас будут уважать, потому что у вас все готово для работы заранее. Это круто. Да, я вообще, если честно, перестала понимать людей, которые ходят в магазин, там покупают одежду, еще что-то, смотришь, такая же, как в каталоге. Да, вот девчонка купила. У меня соседка кофточку с кисточками. Я говорю, ну и что, у нас такая же есть. Она, ой, а мне каталог не вложили. Я говорю, ну если тебе лень, онлайн-каталог. И за сколько ты купила? 2600. Я говорю, хо, а я говорю, 1800. Она так смотрит на меня и говорит, о, где так дешево? Я говорю, Фаберлик, дорогая. Ты говорю, там зарегистрировано. Да, то есть я держу своих покупателей около себя. Почему? Потому что некоторые на самом деле начинают забывать, где дешевле, где качественнее, где лучше. Не пускает же ОК, в Google сокращаем. Но это понятно, через сократители ссылок. Это должно быть у вас прям как пить дать. Но это на самом деле так и есть. Такой ассортимент широкий, все хочется, лишь бы финансы позволяли. Вот в чем суть. Где можно размещать ссылку на свой сайт? А поэтому создан целый вебинар. И, конечно же, просите этот вебинар. Давайте я его вам вышлю. Ой-ой-ой-ой. Так, секунду, секунду. Сейчас я его вам вышлю. Вот, и основные сократители вышлю. То есть, если у нас есть с вами новички, которые, как вам даже сказать, не думают, что им выдали ссылку на сайт, и вот сидят, почту проверяют, подходят к компьютеру раз в день, перезагрузили, ага, реги нет, дальше пошли, да, по своим делам заниматься. Думают, что им регистрации сами будут приходить. Нет, сайтом надо пользоваться. Это недоработка самих новичков, потому что, когда новичку высылаешь часовое видео, как пользоваться этим сайтом, его нужно посмотреть один раз и потом уметь годами. Так ведь? Но нет, лидеры решают по-своему. Раз ему сказали, что регистрации будут приходить на почту, значит, ему самому рекрутировать не нужно. Так вот, нужно, дорогие коллеги. Последнее видео удалено. Вот тут, тут. Минутку. Минутку. Очень жаль, если удалено. Да, удалили видео, а кто-то создал и удалил. Ну, ничего страшного, хотя бы поэкспериментируйте с первой ссылочкой, там час обучаться. Вот. Давайте поехали с вами дальше. Вот уже пора розыгрыш разыгрывать, а мы с вами все сидим, болтаем. Вы, наверное, уже устали. Кто устал, поставьте плюсики. Я могу остановиться, завтра можем собраться, материал дойти. Материал очень важный, нужный, полезный. Хочется подробно по каждому слайду, поэтому я в легкую выйду к вам завтра, если вы хотите. А сейчас мы с вами разыграемся и уже можем разойтись. Очень интересно. Не устали? Слушать без... Ну что ж, поехали с вами дальше. Значит, рекрутинговым сайтом нужно обязательно уметь работать. Обязательно, если вы не будете работать, регистрации вам туда не упадет. Но он, понимаете, когда
у лидера есть свой сайт, к нему очень интересно относиться уже, к нему подсознательно человек, да, кандидат на регистрацию, подсознательно начинает относиться более ответственно. Поэтому сократители ссылочек, пожалуйста, да, обязательно используйте. Вот вам основные сервисы я вам вышлю. И обязательно именно сервисами этими пользуйтесь, сокращайте. Так, они слились? Нет, не слились, все хорошо, да, по отдельности. Еще есть много всяких сервисов, вот. И, конечно, вот я вам хочу сказать, что серьезно, да, и отслеживайте сами своих новичков, когда вы отслеживаете, вот он у вас сделал заказ в течение суток, сразу ему говорите, вышли мне такие-то данные, я своему директору их отправлю, он тебе сделает свой сайт. Много людей оценивают это. Оценивают в плане чего? В плане того, что это профессионально, когда новичок приходит, не умеет много чего, очень много всем, очень сложно создать самому свой сайт. Большинство, 90% приходящих на наш проект лидеров по третьему варианту просто не смогут это сами сделать, потому что это сложно. Да? То есть вот этот, допустим, лендинг, он на скриптах. Вот, поэтому, конечно, не забывайте заботиться о своих новичках. А, о, вот это я забыла удалить, это значит заказ, если брать продукцию, допустим, одежду, да, брать на 50 баллов, то выйдет 7990, да, как вы видите. А если брать продукцию на 50 баллов, которая весит не половинчатый балл, то получается 3910, да, то есть вот я набирала это все, экспериментировала, и это осталось с прошлого вебинара, да. И, конечно, как поднять товарооборот структуры. Вот обязательно всегда рассказывайте про подарки, всегда, всегда, всегда. И обязательно помогайте пройти второй шаг стартовой программы. Неважно как, звонком через Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, через обратитесь к своему 15-процентному лидеру, который сможет позвонить через IP-телефонию. Да, он звонит через IP-телефонию и звонит вашему новичку. Посылайте письма на почту, как угодно, но ваш новичок должен полностью, 100% понять, как проходить второй шаг. Тогда он у вас полгода будет забирать подарки. Вот, да. Если человек у вас полгода забирает подарки по стартовой программе, по программе Faberlic Club, он уже автоматически за эти полгода почувствует выгоду. Почувствует обалденную выгоду. Очень много новичков, которые проходят стартовую программу, задают мне в личку такой вопрос. А можно мне опять по стартовой программе пройти? Я говорю, нет. А можно я тогда дочь зарегистрирую, мужа? Я разрешаю. Да? То есть, если лидеру понравилось идти по стартовой программе, и он захочет куда-нибудь перерегистрироваться ради того, чтобы снова по ней пойти, то, конечно, ловите таких людей, предлагайте им именно... Вот я смотрю, те, кто забирает последний шаг стартовой программы, я стараюсь с ними контактировать, да, если это мои личные регистрации, я им рассказываю, что можно зарегистрировать кого угодно и снова начинать идти по акции новичка, только с того номера ты, пожалуйста, рекрутируй, там еще что-то, да, есть люди, которые... приходит просто покупать. Те, конечно, которые строят бизнес, им уже платит компания хорошие деньги, и подарки новичка им ни к чему, они им уже не нужны. Когда лидер получает свои 30, 40, 50, 60 тысяч, ну зачем они им нужны, да? А люди, которые приходят покупать, их нужно отслеживать последние шаги стартовой программы и просто там писать, да, у вас закончилась стартовая программа, понравилась ли она вам, да, и так далее, и так далее. И у вас получится, что вы как бы издалека подходите к человеку, у которого закончилась стартовая программа, и подводите его туда, куда нужно. Да, то есть я в последнее время начала таких людей отслеживать, тихонечко писать им, то есть это, ну, занимает минут 15, да, отписаться там в соцсети или на почту, куда угодно. Далее, если с заказом медлят, да, вы столкнулись с возражением. Вот эта фишка как работала, так и работает, потому что это просто правда жизни, да. А когда я спрашиваю в магазине на кассе за то, что вы накупите на 1000, на 2000 рублей, вам скинут 20%, вам подарят 3-4 подарка.
Но ведь нет такого в магазине. И люди начинают понимать, что на самом деле такого нет, и на самом деле тут выгодно. Да? Конечно, чтобы понимать, что вы говорите правду, вы представьте сами себя в магазине. Все вы ходите в магазин каждый день. Есть у вас там 20%, хоть у кого-нибудь? Есть у вас там по три подарка? Вам прям в корзину три подарка ложат? Нет. Я уверена, что вы напишете нет. Вот, поэтому всегда подходите с данной стороны к новичку. Не к тому, что вот ты какой нехороший заказ не делаешь, как же я под тебя людей буду регистрировать, да? То есть покажите выгоду. Он увидит эту выгоду, он понесет качество вглубь. Вглубь ваших же структур, да, в глубину понесет. И очень важно, чтобы вы преподносили информацию качественно для того, чтобы в глубину-то шло качество, да. Можете совмещать. Если лидер пришел на третий вариант, вы можете совмещать. Да, так и пишите. Для того, чтобы я могла вам помочь строить совместную веточку под вами, вам надо активировать свой номер минимальным заказом в течение суток после регистрации. Когда вы сможете сделать заказ, будем ли сегодня, к примеру, регистрироваться? Да? Когда вы готовы сделать заказ? Будете ли вы регистрироваться? То есть это тоже очень интересно, да? Если лидер посмотрел рекрутинговый ролик до конца, он понимает, что чем больше его структура, тем больше его доходы. И он понимает, что вы ему готовы помочь приумножить его структуру. Вам выгодно, что он растет, а ему выгодно, что вы ему помогаете. Так ведь? Все взаимовыгодно. Вот. И то есть вот это напишите, если он будет отказываться у вас там от заказа или еще что-то, напишите, что в магазине на кассе сделают ли вам такую скидку. Вы подумайте, прежде чем отказываться. Я очень часто говорю, я никогда не грублю, я никогда не закрываю за собой двери. Я иногда выкладываю разные акции на свои странички, где собраны мои думающие, да, думающие в кавычках люди, и они часто приходят на какую-нибудь другую акцию. Кому-то неинтересна тушь подарок, а вот на порошок они приходят и говорят, я готова сделать заказ, я готова зарегистрироваться. Хотя прошел уже месяц, может быть, даже два, они выплывают оттуда и пишут именно вам, потому что вы к ним когда-то культурно отнеслись. То есть вот культура речи вот в данном видео, в данном вот, как вам даже сказать, на первом этапе общения, она делает 50% за вас уже всего, ну вот, как сказать, да, хорошее у вас мнение. Если у человека о вас хорошее мнение, то, конечно же, он будет к вам дальше ходить. То же самое с зубной. Я пришла один раз в зубной, запнулась она, ну, сейчас все шнуры порвешь. Я говорю, да что ж у вас столько шнуров-то, говорю, лежит, говорю, ведь правда, эти люди-то упасть могут. Она, смотреть надо под ноги, вы знаете, вот, ну, мне не захотелось дальше идти и дальше платить этому человеку деньги за то, что он будет работать с моими зубами. Если он так беспардонно к людям относится, как же он относится к зубам у людей? Да. Николай сейчас на данный момент немножко приболел. Он в больнице под капельницей. У него произошло легкое отравление кедровыми орешками. Сразу же, как он вернется, скорее всего, видео будет поменено, Зиночка. Вот, потому что доступ к этому сайту, к сожалению, есть только у него. Нас даже туда не пустят, потому что IP украинский. А сайт создавал он. Вот. Значит, поехалите с вами дальше. Я думаю, это все, да. И как начать обучать новичка правильно? Да, конечно, пусть поправляется. Из этого были задержки с записью вебинаров и так далее, и так далее. Вот. Значит, я вам рекомендую, конечно же, скажем, созваниваться. 5, 10, 15 минут уделите человеку, произойдет коммуникация, и вы будете понимать, что, во-первых, вы будете себя хорошо чувствовать, да, потому что вы сами делаете первый шаг к своим людям. Во-вторых, самое, что ни на есть классное, человек вас видит, да, вновь зарегистрированный, и понимает, что вы не,
как вам даже сказать, не обманете его, вы не боитесь ему показаться, да, потому что так уже повелось, что в интернете много всяких пирамид, хайпов, там всякие площадки они покупают, да, а тут какой-то мне Женес написал, где надо вообще 100 тысяч пакет какой-то покупать, я чуть не упала со стула, говорю, а как вы работаете, как вы людей выводите на заказы, на 100-тысячные пакеты, говорю, расскажите мне, а вот придете, зарегистрируетесь, и мы вас разведем, и вы будете знать. Да, то есть, ну, как бы мы посмеялись, она уже поняла, что я лидер высокого ранга из другой структуры, что я к ней не пойду, мы с ней пообщались, классно, красиво, да, то есть, вот, и, конечно же, Антох, Коля еще пока не в Греции, а вот, да, то есть, я не представляю, как можно 100 тысяч выложить, и как они предоставляют, рассказывают, что вот это, ведь люди идут кредит брать, чтобы это сделать, да, а мы тут 800 рублей, 3 подарка, и сидим, думаем, как нам, они у нас заказы не делают, да просто обходите стороной таких людей, если у директоров статистика, да, директора люди очень красноречивые, и тут вы прекрасно понимаете, что директора и то имеют статистику, каждый третий, мощные психологи, да, ага, каждый третий делает заказ. И вы это видите, это директорская статистика. Соответственно, если у вас делает заказ каждый третий, четвертый, вы уже огромные молодцы. Понимаете? Поставьте плюсики, что вам не нужно в себе сомневаться, если у вас кто-то отказался делать заказ. По всему проекту статистика такова. Вот не могу сказать по поводу законно-незаконно, да, то есть вот, поэтому вы за это как бы не переживайте, что у вас там где-то кто-то что-то куда-то ушел, у всех так, вот, далее, значит, никогда не берите на себя негатив, рекрутируете вы в соцсетях, вам сказали что-то плохое, не берите на себя негатив, может быть, вы наткнулись на пьяного человека, еще что-то, да, всякое бывает, а никогда не наседайте на новичка, да, то есть, когда вы очень сильно его контролируете, человека это душит, он начинает сбегать. Я послала задание, пока мне лидер не отписался, я его стараюсь не трогать. Могу раз в месяц написать «Привет, как дела, если вопросы все ли получаются». Никогда не наседаю, активные лидеры меня теребят сами. И девочки, кстати, это подтвердят, что я их сама не достаю. Вот кто у меня лично на обучении, если вы есть на данном вебинаре, пожалуйста, подтвердите, я на самом деле я никогда не достаю девчат, я всегда уважаю их, да, всегда, вот, и, конечно же, обязательно покажите, что вы рядом. Я стараюсь как можно быстрее отвечать на все вопросы, как можно быстрее, если что-то, созвониться или как-то вот, ну, я стараюсь. Если меня нет на месте, звонит Антон. Если я на месте, звоню я. Вот. Далее, значит, обязательно обратите внимание на то, что даже если вас нету в сети, то вы ему при звонке так и говорите, чтобы он писал в чат, Алика, да? Да, чтобы он писал в чаты, да, то есть не только вы не стесняйтесь в чаты писать, но и обучайте своих новичков, что в чатах есть директора, да, вот, обязательно покажите пример новичку «Балловый рост снизу», это самая крутая вещь, которая только может быть в стимуляции хорошего активного роста, вот, почему, потому что, как вам даже сказать, когда новичок зарегистрировался, он начинает рекрутировать. Вот встаньте на место новичка, кто уже не новичок, да. Многие лидеры об этом забывают, когда поднимаются уже на 9, на 12%, а на 15, на 19, это тем более уже забывается, да, как это все начиналось. Новичок пришел, ему вал информации, бабах на голову, да, эти 20 заданий нужно успеть как-то выполнить, и хочется расти, быстрый старт сделать и так далее, да. Новичок хватается за все сразу, он начинает путаться. А потом, когда работа раскладывается по полочкам, проходит месяц-полтора, да, и новичок начинает уже понимать, что у него что-то получается, где взять информацию, туда-сюда, пятое-десятое, да, то есть вам нужно быть терпеливыми. Конечно, такой период, когда новичок пошел рекрутировать в соцсети, а у него страничку заблокировали или ему нагрубили. Новичок пошел что-то делать, а у него получилось это не так.
Да, допустим, он поставил статус там, ему говорят, убирай. Он поставил фото, ему говорят, убирай это фото, ставь другое фото, да, то есть мы контролируем своих новичков. Вот, что получается, новичок, а и еще бах-бах-бах-бах сверху информации. Ему кажется это сложным, тяжелым. Кто-то понимает, что он пришел зарабатывать там, допустим, в 10 раз больше, чем на своей работе по найму, да. Лидер зарабатывает сейчас на работе по найму 15 тысяч, но он мечтает зарабатывать 150. И он понимает, да, чтобы зарабатывать 150, нужно обучиться хоть чему-то, чтобы эти деньги получать. А некоторые не понимают, да, и когда вы поддерживаете любого лидера, который понимает или не понимает балловым ростом снизу, да, то лидеры уже видят, что у них есть команда. И вот тут самое главное, их знакомить с этой командой. Да? То есть вы зарегистрировали новичка, и вы сразу его добавляете в веточный чат и пишете: встречаем новичка, это очень важно. Да? То есть, и чтобы лидеры его, конечно, у меня есть веточки, которые почему-то не машут ручками, да, то есть и не приветствуют новичка, но это ваши новички. Да? Лидер вам помог подрасти, вас оставил, он ушел другую веточку открывать. Вы один на один остаетесь с этой командой, как лидеры, как сопровождающие лидеры, да, то есть месяц, два, три, и вы крепко стоите на ногах и можете уже самостоятельно дальше расти, да. То же самое, парикмахер 3 месяца проходит курсы, и он уже более-менее умеет делать какие-то стрижки, химию, завивку, окраску, да, там покраску бровей, еще что-то, да. Он уже становится профессионалом своего дела, и над ним уже по истечению того, как он получил корочки, уже не стоит наставник и не смотрит каждую лепрядку, он прокрасил. То же самое мы научили, дали всю информацию, и, конечно, обязательно нужно вам самостоятельно понимать, что если у вас не разложилась в голове работа по полочкам, обязательно, так как вы учителя своей группы, дабы их не запутать, своих людей, теребите наставников, пусть они вам звонят и пусть они вас проконсультируют. Да, к примеру, новичок на проекте, вот у меня чистый такой пример, надеюсь, никого не обижу, да, вот. Да, кстати, полгода набирает клиентов. Вот у меня сегодня девушка должна была в 11 прийти, да, я помыла голову, сижу, жду, ни прическу, ничего не сделала. Она, бац, не пришла, я говорю, ну ты где? Она, кого? Я забыла. И я уже сижу и думаю, заказывают ли мне ее в следующий раз, а вдруг она меня подведет перед каким-то важным мероприятием, да, то есть вот. И что еще тут важно знать, да? Балловый рост снизу очень важен, и очень важно знакомить новичка с каждым новичком под ним. Очень важно, чтобы у них сразу была дружная команда, чтобы они понимали и поддерживали друг друга, да. Вот, да, то есть регистрации и сразу знакомство. Далее, созвон, что говорить? Вот что говорю я. Вы можете говорить что-то свое. Не надо, как бы, как попугай за мной повторять, потому что кто-то придумывает свои фишки, вот как Оксаночка Рущак придумала свою фишку, рассылать аудиосообщения, и на самом деле товарооборот у многих с помощью ее фишки пошел вверх. И мы уже начали это испытывать, и с огромным энтузиазмом этим пользуемся, да, супер просто фишка. И вы понимаете, то же самое вы можете на своих созвонах какую-то свою фишку создать, понимаете? Вот. Я всегда всех обучаю по своему шаблону переписки. Вот. Дело в том, что на сайте это шаблон, я не смотрела задание, я туда не заходила, мне некогда. Я не знаю, какое там обучение, но где вам удобно, по какому шаблону вам больше, самим больше нравится, вы по такому можете обучать. Вам доступны оба шаблона, пожалуйста. Оба шаблона доступны. Скоро все это объединится в одну кучку на основной сайт. И не будет вообще никаких шаблонов. Да, я думаю, вы это понимаете. Скоро все это объединится, поэтому тут уже без разницы, по какому шаблону вести. Буквально вот со дня на день, с недели на неделю будет новый сайт. Будем трубить, кричать, выдавать новые лендинги. Да, то есть работать усиленно над всем, над этим. Вот. А пока мы с вами учимся общаться с людьми. Да, то есть вот это вот. Как вам даже сказать, очень важно сказать все, да, то есть в записи вы можете отскринить, это все перечитать,
Самое главное человека распланировать и дать ему установку как минимум директора. Я вам честно скажу, что мои новички со мной на последнее время созваниваются редко. Почему? Потому что они уже видят результат. Да, то есть люди, которые пришли на результат, им уже не нужны созвоны. Они и правда верят. Но есть лидеры, которые не верят, да, которые не доверяют. Вот. На почту голосовые сообщения я тоже не слышала. А голосовые сообщения мы рассылаем через Viber, через соцсети, через что угодно. Где у вас есть новичок, Машенька? Где у тебя есть новичок? То есть, вот. Значит, когда вы все это сделали, когда вы все это распланируетесь, вы покажите путь лидеру, что директор это не так и далеко. Допустим, это 300 человек по 10 баллов, да, 20. По 25 баллов это получается 150 человек или 60 человек по 50 баллов, да, чтобы лидер понимал, что это обязательно. Вот, то есть, смотрите, если я новичка без опыта зарекрутировала в соцсети, который не знает, что такое сетевой маркетинг, я с ним созваниваюсь. А вот, допустим, люди, которые сами меня находят и хотят со мной работать, уже созвона не требуют, потому что они и так умницы, понимаете? Еще надо выбирать, с кем нужно созвониться, с кем нельзя. Кому-то обязательно надо позвонить, чтобы он вас увидел и понял, что вы живая, вы там не робот, да? Вот. Вот. А ну да, Маша. Ну, кстати, да, все возможно в нашей жизни, да. И что говорить, обязательно планируемся и стараемся научиться сами вывести своих новичков сами на одну регистрацию в день, да. Как вы понимаете, одна регистрация в день это 21 регистрация в каталог и поделите на 3, сколько людей сделает заказ, да, сколько будет активных регистраций у лидера, да. Это нормальная статистика, если у него будет, допустим, 3 регистрации в каталог. Не факт, что кто-то из них сделает заказ. А если он просидит по 3 регистрации в каталог, 3 каталога подряд, лидер у вас просто потухнет. Да? То есть, чем медленнее вы растите ветку, чем меньше вы приносите регистрации в свои ветки, тем меньше у вас энтузиазма, и у ваших новичков меньше энтузиазма. Новички не видят примеры, они не видят дубликацию, да, то есть у нас есть ветки, которые кто-то рушится, а кто-то вырастает баллов на 300, на 500, хотя они еще не директора, и это шикарный прирост, поверьте. Вот. Конечно, вот это моя примерная статистика, да, то есть с 300 охвата бывает то одна, то три регистрации, как повезет, да, это хорошо, да, обратите внимание, что 297 человек вам точно откажут, каждый третий, пятый делает заказ, это тоже нормальная статистика. А за 21 день каталога у нас с вами суммарно получается, если брать 6 300 человек охват, брать 300 охвата в день, то это 6 300 в каталог. Да, 6 300 и примерно у вас получается 3-5 активных работающих лидеров, да, в вашей структуре. То есть вы делаете охват большой, из 300 только максимум трое зарегистрируется, да, то есть сотни один должен быть у вас, да, к примеру, если вы уже суперрекрутер. И ну, вот таким вот образом, да, то есть это нормальная статистика, это хорошая статистика. Я годами наблюдаю за другими лидерами, у них такая же статистика, да, то есть вот. Также это надо понимать сразу вам, да, что делать качественный охват, создаем много страничек. Страничек надо много для того, чтобы работать с них реже, а не для того, чтобы сидеть с них с утра до вечера и рекрутировать, да, я думаю, вы это понимаете. Конечно же, новичков своих вводим в курс дела. Одна регистрация в день. Прописываем путь ведения. Это очень важно, прописать путь ведения. Далее, все вы с вами знаем, что многие испытывают сложности, как рекрутировать, что высылать после регистрации. На все готовы, опять-таки, инструкции, на все есть. И я, конечно, вам хочу сказать, что Валентина Скоморохова, Ольга Дубяга ведут правила построения. Также Оля Пенина у нас ведет правила построения, очень часто нам помогает. Да, конечно, сходите на них сами и позовите своих новичков, если вам покажется, что это нормально. Далее идем. Да, работает,
Конечно же, не каждый третий зарегистрированный, каждый третий зарегистрированный делает заказ, а вот работает примерно каждый восьмой, десятый зарегистрированный. И это тоже нормально. Да, и, конечно, если вы с человеком и созвонились, и зовете на школу, и обучаете по шаблону, и рассказываете про подарки, подписали на рассылку для зарегистрированных, да, это уже шестой пальчик, и добавили в чат для коллег Фаберлик, и добавили в группу для коллег Фаберлик, все уже, и личная переписка есть, и все уже рассказали, ну ничего лидер не делает, да, ну зачем вам такой лидер? Вы пока на него время тратите, вы еще 10 человек найдете. Так, лимит я сейчас не подскажу, я не рекрутирую, я сейчас специализируюсь на именно обучении лидеров, его сопровождении, а рекрутирует меня муж, он готовит. Поэтому это все вопросы в Skype, я вас отмечаю как непрочитанный, муж читает и отвечает вам. Это дабы не быть голословной, чтобы вас не обмануть. Далее, значит, ищем новых лидеров, и, конечно, поверьте, если вам нужны деньги, вы пришли, почему считаете, что таких, как вы, больше нет нигде? Да, вот такая вот у нас с вами планерочка. И, конечно, можете добавлять меня, друзья, в сообщество, только обязательно отпишитесь мне. Мой номер 703-386-938, вот я вам скидываю. И далее, что мы с вами поговорим, рекрутинговый сайт, если так, это мы с вами поговорили, отлично. Последний слайд, я поздравляю дорогих VIP-консультантов, наших лидеров продаж, еще раз, да, целый тренинг, да, Валентин? Вот так я всех люблю, я хочу, чтобы у вас у всех все получилось. И сейчас мы с вами пойдем все-таки разыграем умничек, да, я вам хочу сказать, что вы хорошо потрудились, отличный результат, в структуре результат, каждый третий зарегистрированный делает заказ, поверьте, это хороший результат. Люди, которые делают свои результаты на земле, очень редко делают 50% активности. Очень редко делают, поверьте, у нас с вами все хорошо. И никогда не сомневайтесь в себе, если вы зарегистрировали трех человек, у вас нет заказа, и вы вдруг решите, что это не мое, и пойдете. Нет, вы тогда не станете директором, и если вы на работе по найму получаете там свои 15, то вы там никогда 150 не получите. Поэтому учитесь чему-то новому, учитесь новому, стремитесь к новому, чтобы у вас все получалось. С одной стороны, да, это новое, и не всем хочется переучиваться, да, сетевой маркетинг это когда один за всех, все за одного, работа по найму это когда вы заняли место директора, вас пытаются всех все посидеть, да, тут совсем все по-другому, за вас будут только рады, и ваше звание, оно будет в полном сохранности, да, вот кто-то за это даже переживает. Итак, давайте же с вами поговорим. Валентин, сильно загрузила, да, молодцы, вы сидели полтора часа. А сейчас мы с вами все пройдем вот по такой вот ссылочке. Вот по такой вот ссылочке. Очень люблю разыгрывать, хвалить. Да, что мы видим с вами в этой ссылочке? А первый конкурс у нас с вами будет в фотоальбоме, да, то есть этот фотоальбом, у кого не получается зайти, я вам сейчас скину ссылку. Два почти, да? Ну да, почти два. Ну, я с превеликим уважением к вам пыталась остановиться. Вы меня знаете. Если я кого-то соберу, я не могу почему-то остановиться. Вот, мне хочется все поподробнее рассказывать, да? Значит, смотрите. Сейчас я открываю демонстрацию экрана свою. И мне нужно просто 5 плюсиков, чтобы вы видели. Ой, минутку, не туда нажала. Так, меня, надеюсь, слышно и видно. Так, значит, вот у нас, во-первых, выпускники активного роста. И, во-вторых, у нас с вами выплаты лидеров. Я, конечно же, лидеров всех собрала в одну кучку и пронумеровала по слайдам. Да? То есть у нас с вами получилось 136 слайдов. Лидеры выгрузили в распечаточку. Видно ли вам демонстрацию экрана? Дайте-ка я посмотрю, видно ли вам. Не видно? Так, а плюсики кто ставит тогда? А почему вы плюсики ставите? Не видно, да? Так, рабочий стол.
Так, ничего не понимаю. Так. Запустить. Давайте еще раз. Получается? Я вижу, что она как будто бы 5 плюсиков, что есть. Мне главное, чтобы свидетели были. А, плюсики это вы тут, да? Не ушли, не разбежались, да, меня не бросили. Ага, все есть. Есть, видно. Нет, не видно. Кому не видно, F5 нажимаем, перезаходим. Куча окон, это и есть демонстрация экрана. Оля, F5. Ну, вообще никому не видно, да? Даже не знаю, F5 нажмите, перезайдите. В общем, плюсиков я дождалась. 5 человек точно свидетели берем, кому видно, все, больше, главное, чтобы лидеры, ну, не сомневались ни в чем, да, смотрите, значит, еще раз смотрим, это люди, которых я взяла из раздела, так, раздел у нас с вами, так, скрины выплат, да, то есть вы в него прошли, да, вот это выплаты лидеров, 137 фотографий, да, как вы видите. Я все эти 137 фотографий, минуточку, где он у меня, сюда вот выгрузила все эти 137 фотографий, да, и сейчас будем делать розыгрыш. 136, потому что там один человек выгрузил 2 скрина, и я удалила одно, да, вот, было дело, что скрины повторялись. Смотрим, значит, я прохожу по генератору чисел, дорогие мои коллеги. Да, то есть вот он у нас, генератор чисел. И ввожу, да, ввожу в этом генераторе чисел от одного. Так, минутку. Минутку. Вот, дочка, ручку. Нечаянно у меня ручку утащила дочка. Так, буквально секундочку. А вот блокнотик. Так, все, продолжим. Я сейчас буду выставлять от одного и записывать сразу, кто выиграл, да, потому что там скринчики мелкие. Очень сложно рассмотреть рекномера. А вот, так, все, поехали с вами. Значит, от слайда первого до слайда 136-го. 5 человек, да? Так, от первого, да, единичка, да, 136. И количество у нас с вами будет 5 призеров, о которых мы через запятую, да? Вот. И, конечно же, исключаем повторение, да? И нажимаем сгенерировать числа. И у нас получилось 111, 38, 76, 15 и 65. Ищем же, да, ищем этих наших дорогих призеров. Так, 38, а нет, первый это 15-й слайд, да, у нас получился. Так, кто это у нас? Так, это у нас Курова Маргарита. Маргариточка, поздравляем, если ты на школе. Курова Маргарита, регистрационный номер 704-326-081. Маргарита умница, красавица. Аплодисменты Маргарите. Так, значит, второе у нас идет 38. Давайте посмотрим, кто у нас 38. Так, ох, Шереметьева Юлия Евгеньевна. Так, Шереметьева Юлия Евгеньевна. Так, регистрационный номер, по-моему, 703-820-408.
703 820 408. Та-да-да-дам! Так, 65. Смотрим с вами 65. Так, это у нас Пархомовская Ирина Владимировна. Очень плохо видно. Пархомовская Ирина. 707. Записываю. 187. 054. Так, третий у нас с вами 76 был. Калентьева Татьяна Викторовна. Поздравляем, Танюшку. Так, 705, 824, 038. Умницы, красавицы, молодцы, что участвовали. И последнее это 111. Кто у нас там? Кто у нас там? Слайд 111. Это у нас Усманова Нина Григорьевна. Усманова Нина, регистрационный номер 705-798-589. Итак, первый розыгрыш у нас с вами проведен. Это распечатки. И сейчас мы с вами также разыграем еще приз у нас с вами 1000 рублей, да, на рек-номер. Вот. И сейчас мы с вами еще разыграем по дипломам, по заполненным. У нас с вами их 45 человек, да, то есть с 1 по 45 мы с вами будем разыгрывать. То есть тут мы берем цифру 1, тут мы берем циферку 45 и также оставляем количество 5. И давайте поменяем запятая плюс пробел, да, и исключаем повторение. Нажимаем «Сгенерировать числа», и у нас получаются такие числа. Сейчас я запишу. 43, 9, 19, 1 и 40. Ну что ж, поздравляем, поздравляем. И смотрим, кто это у нас, да. Вот, слайд первый. Выиграла у нас Данилова Оксана. Очень прошу написать свой рек-номер мне в Skype. Данилова Оксана. Тут, к сожалению, регистрационных номеров нету. Очень прошу написать мне рек-номер в Skype. Так, Данилова Оксаночка. Поехали с вами дальше. 9. Цифра 9, кто там наш счастливчик? Вебер Виктория. Так, 19, ищем. Та-да-да-дам, Закрилова Лариса. Закрилова Лариса. Вот, фортуна вам сегодня. И, так, 40. Кириенко Алена. И последнее, 43. Это у нас с вами Науменко Наталья. Обязательно рек номера мне в личку в скайп. Прям обязательно, обязательно, обязательно.
Молодцы. Есть ли у нас победители-то на вебинаре? Победителей нету? 10 человек, никого не было? Отпишитесь, пожалуйста, есть ли у нас победители? Я! Поздравляем! Спасибо! Молодцы! Здорово! Отписались! Маргарита тут, да? Молодцы, молодцы! Ну что ж, дорогие наши счастливчики, мы вас очень-очень поздравляем! Желаем вам всегда быть везучими, всегда выигрывать. Сегодня фортуна на вашей стороне. Желаю вам найти 10 регистраций. Пока фортуна на вашей стороне, а торопитесь, регистрации получайте. И, конечно же, 5 вопросов, которые бы я хотела задать, за которые бы я хотела вам тоже раздать призы по материалам прошедшего, да, вебинара. Как вы думаете? Значит, отвечают все, кроме лидеров от 15% и выше. То есть, если вы до статуса 15%, если у вас по группе не более чем 1499 баллов, то вы участвуете. Да, те, кто выше 15%, конечно, вы уже это знаете. Мне бы очень хотелось разыграть именно между нашими умничками, между нашими новичками. Мне очень бы хотелось, конечно, чтобы в первую очередь они поучаствовали и посоревновались в своих знаниях между друг другом. Да, это по итогам восьмого каталога. Да, вебинар так называется, итоги восьмого каталога. Да, итак, первый вопрос. От скольки бонусов действует программа Фаберлик Клуб? Маргарита первая ответила от 5. Так, молодцы, молодцы. Нет, не от 50, от 5. Так, первый ответ есть у нас. Не могу докрутить до верха. Так, поздравляем с вами Маргариту. Сейчас я ее найду. Нет, это Марина была, Марина. Мариночка, если ты... так, Мариночка, так. Минутку, убегает. Бугуруслановна. Так, Бугуруслановна. Так, второй вопрос. Что самое главное? Ее сообщение не уходит. Здорово, здорово. Ниночку, значит, поздравляем раз на вебинаре, да? Молодцы, молодцы. Очень хорошо вживую получать подарочки. И сейчас второй вопрос. Будьте внимательны. Значит, что, на ваш взгляд, самое важное после регистрации с новичком по третьему варианту сделать? Что нужно сделать в первую очередь? Антонина Коломликова, молодец, молодцы, прям, ой, золотая команда, все знаете, все прям схватываете на лету, боже мой, как здорово, когда вот, ой, очень приятно работать с умными людьми в команде. Молодцы. Да, лучше всего созвониться. Так, Антонина Коломликова. Главное, ошибку не сделать. Фамилии Антонина Комоликова. Созвон. Молодцы. Молодцы. А теперь вам вопрос на засыпочку. Все ли знают VIP-привилегии? Все ли знают VIP-программу, да? Со скольки уровней VIP, да, то есть сколько каталогов подряд нужно делать по 100 баллов, чтобы заказывать за 2 недели до начала продаж новинки
9. Молодцы, Марина Лукьянова. Марина Лукьянова. Молодцы, молодцы. Супер. Умнички. Мариночку поздравляем. Вот у кого-то 3, у кого-то 4. Да? Умнички, умнички. И теперь вам еще такой вопрос. Если к вам пришел лидер и не успел активироваться, да, Марин, поздравляю тебя, да, если к вам пришел лидер и не успел у вас активироваться минимальным балловым заказом в течение суток, то за какой заказ он может получить свой рекрутинговый сайт? Ага, Зинаида, нет, не Зинаида первая. Так, минутку, молодцы, молодцы. Сложно выцепить. 50, 100, нет, нет, нет. Юлия Ганжа, по-моему, первая ответила, да? Не могу поймать. Перескакивает. Да, Юлия Ганжа. Юляшка, поздравляю. Молодцы. Нет, не после 10 баллов. Если ваш лидер не активировался минимальным заказом в течение суток, то, конечно же, у нас такое с вами есть условие, что мы с вами делаем новичку такое предложение, что если вы активируетесь в течение суток, мы вам регистрируем людей в вашу первую совместную веточку, да, с наставником. И второе, мы с вами получаем рекрутинговый сайт сразу же, да, как активируетесь. Если вы не успеваете активироваться, то вы растете самостоятельно, и рекрутинговый сайт свой вы получаете, робот сейчас, Верочка, не работает, вот, и то вы получаете свой рекрутинговый сайт от 50 баллов, то есть как вам хочется, поняли? То есть если лидер выбирает самостоятельный рост, он не хочет, чтобы под ним, да, то есть вот прям такие вот резкие привилегии, резкие такие вот крутые, классные привилегии. Я немного отошла. Сколько нововведений? Нововведений, Зинаидочка, только одно. Сейчас мы не регистрируем людей, если они не согласны делать заказ. Потому что, как вы видели в начале каталога статистику, то без разницы, зарегистрируете вы человека или нет. Если лидер умеет рассказывать привилегии и рассказывать, как тут выгодно и как тут хорошо, то лидер легко может сказать до регистрации о заказе, да, то есть просто не будет переписи населения, вот и все, да, вот. Ну и, конечно же, дорогие коллеги, у нас с вами последний такой вопрос, вопрос на засыпку, этого вопроса не было, да, но сколько же нужно набрать группов, извините, заговариваюсь, баллов по группе, чтобы выйти на 9%. 600. Молодцы, молодцы. Так, кто первый? Молодцы, 600 баллов по группе, это оборот лидера. Ох, Машечка, умножить на 2 тебя запишу. Поздравляю Машу, умница, красавица. Вот обратите внимание на Машу. Маш, а какой у тебя процентный уровень, я забыла. Все знает, вот прям все выучила. Вот вы понимаете, прям одна из самых первых на вопросы отвечает. Вот что ни спроси, все знает. Это, конечно, здорово. Ну что ж, я очень-очень поздравляю наших победителей. Да, это у нас Курова Маргариточка, Шереметьева Юлечка, Пархомовская Ириночка, Калентьева Татьяночка, Усманова Ниночка. Да, то есть поздравляю.
И, конечно же, Данилову Оксаночку, Вебер Викторию, Закрилову Ларисочку, Кириенко Аленочку, Науменко Наташечку, Мариночку поздравляю Бугуруслановну, Антонину Камоликову, Марину Лукьянову дважды поздравляю, да, и Юлию Ганжа, Юлечка, да, то есть умницы, красавицы, молодцы, всех поздравляю, желаю вам, всем, кто не выиграл, в следующем, конечно же, выиграть, участвуйте, обязательно участвуйте, все будет хорошо, все будет здорово, все будет, да, вот смотрите, 12% лидеру уже легко и просто, Маша уже, вот, да, вот, если взять пример Машу, да, то она уже легко отвечает на все вопросы, да, то есть, вот, Аня, там фамилию напутала, Закирова, а не Закрилова, так, очень хорошо, сейчас посмотрим. А то не туда отправлю. Так. Закирова, да? Так. Закирова. Закирова. Так, Лариса Закирова. Ларисочка, вот как хорошо написала. У нас уже было такое, что не туда ушло. Да. Вопросы 500 рублей. 500 рублей каждому победителю. Машенька у нас с вами выиграла два раза. Умница и красавица. Да. Ну что ж, всем пока. Я очень рада, что вы ко мне пришли. Очень буду рада, если мой тренинг сегодняшний вам помог, поднял вам настроение. Да, и всем пока-пока. Огромное спасибо вам за внимание. Вот. Вы просто молодцы. Опять два часа вы сидели. Ну что ж, всем до свидания, дорогие коллеги.